Друзья мои, я сегодня собираюсь писать картину, поэтому я пол листа формата Imperial Size Sounders Waterproof я наклеил на доску, чтобы написать картину, и вот сделал набросок. Значит, вот здесь я скотчем обклеил 1/4 инча шириной по краям. Но теперь я решил сделать еще один лайфхак, не мой, а моего учителя Майкла Соловьева из Канады. Он показал однажды, что вот такой вот широкий скотч, если сделать разделить пополам, рвать и наклеить, то получится здесь по краям такая рваная линия белого поля. Это как-то придает какой-то особый шарм старины или... Ну, в общем, будет очень интересно. Я это хочу попробовать. Сейчас я обклею по периметру, именно разорву на две части, и рваной линией сюда, к центру, я вот так вот обклею ее. Ну, чтобы вас не утомлять, я просто сейчас это не буду показывать в камеру. Ну, понятно, что я вот так вот буду разрывать пополам. Буду пополам вот так вот разрывать. Не ровно, а разными, значит, зигзагами. И потом приклею. Вот я по периметру обклеил рваной скотчем. Рваные линии получаются, вот если вам хорошо видно. Я хочу вот показать вам поближе. Вот. Такие вот рваные линии. Они, когда картину уже напишем, такие поля будут. С особым шармом, как говорится. Теперь можно уже приступать к нанесению красок акварельных.
Ну вот, на данном этапе картина считается законченной.
Но через определенное время можно будет со свежим взглядом посмотреть, и, возможно, кое-где обнаружится какие-нибудь недоделки. В данный момент настала наша долгожданная пора, процесс снятия скотча, и посмотреть картину во всей ее красе. Так что приступаем. Вот, пожалуй. То, что осталось за под скотчем, это мы стерем, чтобы оно не отвлекало. Вот, пожалуйста, любуйтесь, как оно вышло. Правда, я его уже пробовал вложить в раму, но паспорту оказалось более уже, чем мои сделанные поля, которые должны выходить за паспорту, чтобы было видно. Тут этот край закрывается. Немного просматривается вверх и низ, но это не очень впечатляет, поэтому я решил его пока не вкладывать в эту раму, а буду беречь для другой рамы. Оставляю пока в таком вот виде. А следующие, значит, картины я теперь сделал вывод. Буду делать без такой окантовки с зигзагами, а делать на все поле картину, чтобы в паспорту оно было цельным. Это для рамы без паспорту хорошо подходит. Почему? Потому что здесь уже мы сами под паспорту сделали. И поэтому это уже не стоит вкладывать в раму с паспорту, если он не будет закрывать полностью по краям зигзаги. Когда немножко с одной стороны выглядывает, а с другой не выглядывает, это оно не смотрится, оказывается. Вот такой вот вывод.